Добрый день, коллеги. I'm Paul Foos from Alaska. Я Пол Фус из Аляски. Я старый друг России. Я желаю успеха вашей конференции. К сожалению, если бы у меня была виза, я бы был там лично. Но санкции затруднили возможность путешествовать. Севморпуть очень важен для России, для Азии, для Аляски. Аляска – это возможность для нас эффективно перевозить рыбу, минералы на европейские рынки. Также это очень важно для контейнерных перевозок и для СПГ. Да, мы понимаем, что больше перевозится нефти через Берингов пролив, и нас это волнует, честно говоря. И мы понимаем, что это результат европейских санкций, и мы считаем, что должны быть меры профилактики каких-то проблем в Беринговом проливе из-за этого. И постоянно идет отслеживание, мониторинг круглосуточный, и все навигационные данные, опять же, то, что связано с состоянием льдов, и мы предлагаем совместные действия Аляски и российских органов для того, чтобы сотрудничать и чтобы было больше профилактики. И в Петербурге на Международном экономическом форуме я мог встретиться с представителями Росатомфлота. Мы обсуждали это возможное сотрудничество. Мы уважаем эту компанию, и мы очень серьезно относимся к возможностям ледоколов. И ранее на конференциях в Петербурге, где я был пару лет назад, президент Путин как раз призывал к подобному сотрудничеству в регионе Берингова пролива. Это сложные времена для наших стран, но мне кажется, что еще более важно сотрудничать, чтобы в Арктике было сотрудничество. Я надеюсь, что мы проведем переговоры. Мы, конечно, уважаем народ Украины, Донецка, Луганска. Мы надеемся, что будут переговоры, и немедленно мы вновь возобновим наше сотрудничество, как оно было до санкций. Я желаю самого лучшего вашей конференции. Мир, дружба.